Атлетико, счет 6-3. Как вам сегодняшняя игра? Сегодняшняя игра, ну, как обычно. Подготовились, ребят, настроились. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторам за то, что дали шанс всем ребятам играть в футбол. Поближе друг друга почувствовать на футбольном поле, подружиться. Мы знали эту команду. Хорошая команда. У них есть легионеры. Тоже статус чемпионата тоже можно сказать, что здесь много легионеров играет. И это дает шанс другим футболистам шанс проверять свою возможность. И также самое главное — дружиться. И Белгия, Узбекистан, Хорватия. Возможность берады, хаммага имконият урто бўлишига, ўзини текшириб кўришига, солиштиришга. Чунки бу ерда вишкада ўйнаган боллар бор, футзалдаги боллар бор, ҳоз кўрганмиз. Бизда ҳам яхши команда. Тайёрланди, кўрди, биларди, возможностдан олдимдан биларди тайёрланганмиз. Кейинги ўйинларга бизда ҳар битта ўйинга бир хил тайёрланиш, фақат мана шу якшанбадаги ўйин деб келамиз. Таблицага, штансага қараш йўқ. Hamma raqibni birdek hurmat qilgan holda har bitta o'yinga bir xil tayyorlanib, shu faqat yakshanba kunini o'zini yutib, главный maqsadimiz o'zimiz hafta davomida keyingi haftagacha xursand bo'lib yurish hamma bolalarning o'zini qo'lida. Chunki bir hafta davomida xursandchilik baxsh etadi, i keyingi yakshanbani kutib futbol kutib yashaymiz. Hammaga rahmat, hammaga omad. Bu hafta liga chempioni ekan, hamma liga chempioniga chiqqan bolalarni tabriklaymiz. Shu ham qanaqadir stimul beradi bolalarga. O'zini ligani misol uchun ajratmasdan, ikkinchi liga, birinchi liga, premyerga ajratmasdan liga chempionida o'ynash vazmunusini bergani sababi, to есть qiziq narsasi. Hamma bor kuchi bilan o'ynaydi. Liga chempioni bo'ldi. Chiqqanlarga hammani tabriklayman, hammaga omad. Bu hafta jarayon bo'lib ketgan. Hammaga omad. Thank you.